Сток-Сити. Важнейшая игра, как для команды, побед. И сегодня, может, это будет особенно неприятно. Тоттенхэм уже не в Лиге Чемпионской. Чедохнуть для многих футболистов Тоттенхэма, как футболистам атакующей линии. Уголирис в воротах. Справа в обороне. Второй номер Кирилл Трипье. Слева 33-й Бент Шачири. Передача в правую площадь. Джо Аллен. Здорово открывается. Между прочим, Джо Аллен. Поддержку от Эрика Шупо-Матича вернулся. Очень долго владеет мячом на этом фланге. Футболисты Стока. Поэтому Шупо-Матича. Матч против Тоттенхэма. Все-таки особое событие. Подача на дальний угол штрафной площади. Скидка. И здесь на угол штрафной площади. Выходит он Зума. Наносит удар. И это первая попытка матча. Появился на поле старта. И это, конечно, то, что не устраивает ни болельщиков, ни руководство команды. Вот такой удар только. Либо очень быстро. Подача. И до удара пока дело не доходит. Аллен, Трипье, но Эриксон сразу штрафную. Может быть опасно. Дотягивается до мяча. Команда Почеттино. Сон. Не получилось. Не в тому плану. Простреливает. И счет становится. Может помочь игре раскрыться. Давайте смотреть еще раз. Многое для того, чтобы взять ворот случилось, делает Сон Хёнмин. Он уходит от Эдвардса. Простреливает. И действительно пас по флангу. Здесь Диоф. Он не может мяч догнать. Берам Диоф. Все они впереди. Подача Шачири. На Плетчера. Учится атака. Сон Хёнмин ходит штрафную. Бьет сам. Ну зачем сам-то Сон решил все изменить? Элементарная математика. Но здесь Сон пробил сам. Чинит 2014. А так три ничьих и три поражения. Тоттенхэма. Ну и что он будет делать сейчас? Действительно, удар по воротам. И не без труда пасла отскок. Сон Хёнмин на бросает вперед. Дайер. Визарс. Удается в Ток-Сити. Сохранит мяч около чужой штрафной. Уходит штрафную. Разбирается с Алленом. И чуть было второе. Эриксон, Сон Хёнмин. И опять через левый фланг. Они пытаются влезть в свои штрафные площади. Дембеле. Снова бьет. И опять пошел штрафную. Протолкнул мяч дальше. Дэвис. И что на своей половине поля? Заброс Сона. Ой-ой-ой, как же так? Кейн остается один. И это плитка на положение. Форму Тоттенхэм. Какая передача. Кейн вошел штрафной, бьет. Неужели он не попал? Корейского партнера. Входит в стеночку. Дальше Сон пытается нескольких соперников обыграть. И здесь Батлан помог кому-то. Пошел сам вперед. Сыграл штрафную. Зума по Мотингу. Трипье, Питерс, подача, уголь юрист, Эриксон. Трипье, подача, удар по воротам. И дальше еще штрафной площади, пас дальше. И Эрик имела 5 матчей в чемпионате подряд без побед. Сегодня это подача Уинкс. Трипье. Хороший получается навес, на самом деле. Вот моментки. Снова атака Тоттенхэма. Отбивает. Дэвис. Шоу кросс. Получит сейчас еще, то могут его все сравняться с Вестхэмом. Который назвать его еще кровожадным нельзя. Вот момент для второго гола. Сон Хёнмин. Ну что будет делать сейчас Сон Хёнмин? Знаю, что это на выход. И как же он сегодня? Ну, местами не везет, а местами он просто играет не лучше. Подача. Удар, и все-таки 3-0. Дэвис и Эриксон, еще один заброс. И здесь уже ошибка, которому предстоит завтра свой матч провести. Шачири, подача штрафную. Кейн забил. Повторение рекорда все ближе. Со времен начала премьер-лиги. Сон Хёнмин, конечно, в очень хорошей форме. Продолжает оказывать сейчас. Дембеле, мяч под левым. В ситуации подарить подобную возможность. Дели Али дальше, но чуть-чуть не двигает. Кейн. Сам будет бить. В общем, наверное, правильно делает. Мы видим, что Чернан Шакири. У него тоже есть своя потрясающая статистика. Уголь Юрис. Вот это да. Впервые в этом. Мяч после удара Чердана Шакири. Еще один раз ассистировал партнера. Так. Все-таки мимо. Дэвис. Расстреливает штрафную. Дал еще один. А Стоксики, в принципе, один пас. А Сон Хёнмин. Удар низом. 4-0. Кейн. 33 в 2017-м. Идеальный за Сток-Сити, просто страшно. Готовит замену. Будет показано.
Неужели Груди сыграл? Да ладно, правда, там офсайд. Ну, гол как... Кейн пытается сделать хэт-трик. Мне кажется, это еще не последняя возможность. Пускай с него Крауча все-таки меняет схему. Марк Хьюз, ну, еще раз как несется вперед. Здесь можно мяч пропустить, потому что есть там еще и Кирен Трипье. Сон Кёрмин все очень здорово почувствовал. Вошел в штрафную Сон Кёрмин. Покойствовал в стопу дворя. Простреливает. И чуть было в пятый. Не залив троих. Останавливается Дембеле. Вот еще один момент. Забивать пятый. Есть. 6-3. Ну, это просто невероятный сотрудник. Написал, что счет будет. Ну, конечно. Льюис не добрался до мяча. И он в сетке. До мяча. Шоу Кросс. 5-1.